OBS, а этот аудиоплеер. Итак, Fear. Мне ее советовали. Говорили, типа, вот такая вот игра. Прям супер клевая. Ну и давайте. Че, кстати, со звуком там сообщите. Ну, я поставлю пока ветерана, хотя эта игра какого, 2001 или 2004? 2004 года. Тогда игры еще делались хардкорные. Хотя да, тогда еще игры делались хардкорные, так что то, что я прохожу на ветеране Call of Duty без особых напрягов, хотя вспоминая первый Black Ops, не значит то, что я и в Fear смогу играть. Но, тем не менее, попробуем. Итак, ситуация. Поступил сигнал тревоги. Отличное, кстати, вступление. Мне нравится. Никакое, ни видеоролика, ни хрена, просто текст. Задача всем сотрудникам ФИР прибыть для инструктажа. Вы новый оперативный сотрудник ФИР. Это ваша первая боевая операция. Так. Первая боевая операция. Клево. В 2002 году в составе вооруженных сил США было сформировано секретное подразделение для борьбы с паранормальными угрозами. Зачарованные? Или эти? Сверхъестественно, там, братья Винчестеры. Оно было названо Федеральная единица агрессивного реагирования. ФЕАР. Окей. Что-то мне подсказывает то, что... Сьерра. Что в оригинале она немного по-другому называлась, потому что единица это point, а здесь нету кнопки, ну, буквы P в названии. Опять субтитры игра забыла включить по умолчанию. Я вроде ее настраивал перед стримом. Она взяла и не включила. Или... А, нет. Субтитры есть. Девочка просит убить их. Ну, это стандартная фраза маленьких девочек. Этот чувак похож на Николаса Кейджа. Ну и вороны для нагнетания атмосферы. Так, это мы? Это какие-то... Нет, наверное, это не мы. От перфекциониста появилась справа, не по центру экрана. Не, похоже на Николаса Кейджа. Я думаю, с него срисовывали. Не один в один, конечно, но... Никто не хочет быть дрыщом. Я тоже не хочу быть дрыщом, но и потеть как сука я тоже не хочу. Никто же не хочет потеть как сука. Я не знаю. Ну, блин, в 2004-м, наверное, это клево выглядело, но сейчас под такую музыку, такую напряженную, не знаю, это... Ну, да, Ханса Циммера такого практически. Ну, хотя больше похоже на что-нибудь другое. Не на Ханса Циммера. Но все равно, и такие ракурсы, такая операторская работа, такие эти, так смешно выглядит. Но в 2004-м, наверное, да. Главное, в этой игре вступление, по-моему, минут 10 идет. Эпизод? Да. Ой. Простите за беспокойство, сенатор. Проблемы с источником. Что случилось? Бунт. Феттл перехватил управление прототипами. Господи. Пока еще можно все исправить без лишнего шума, но время уходит. Ну, ладно, я понял. Мне нужно кое-кому позвонить. Это Пакстон Феттл. Он ключ ко всему. Устранив его, мы получим контроль над ситуацией. Проголодался, гад. Похоже, он не просто питается. Он действует по плану, и у него есть цель. То есть для вас это в порядке вещей, да? Откуда он взялся? Из лаборатории Армахем Технологи. Они делали секретный проект для армии. Солдаты-клоны, подчиненные командиру телепарта. О, камера. Феттл был одним из таких командиров. Но это же не серьезно, нам никто не поверит. Солдаты-клоны. Да, целый батальон, обученный и вооруженный. Батальон? И что мы будем делать с тысячей суперсолдат? Ничего, как я уже говорил, нам достаточно устранить Феттла. Одним из основных требований программы была безопасность командиров. Феттл не сражается вместе с солдатами, он управляет ими на расстоянии. Значит, у нас есть шанс захватить его в одиночку. Ходить могу? Нет. Как мы его найдем? В Армахеме ему в голову вшили передатчик, который выведет нас прямо к нему. И то, слава богу.
По крайней мере, я на это надеюсь. Ну что, приятель, готов поработать? Что? Ты собираешься отправить его? Ты спятил, он у нас всего неделю. Вы видели, что он вытворял на тренировке? Я готов, я готов! Физическая реакция. Да мне-то что? Это тебе решать. А чё у меня субтитры как-то скрипят и мигают? За дело. Я на тренировках там Call of Duty проходил. Первые воспоминания. Вагина? Нет! Точно вагина. Куда вы его дели? Ты станешь богом. Хочу быть Зевсом. И ультовать. Феттл в заброшенном здании прямо по курсу. Спутниковая разведка ничего не выявила. Но это не значит, что можно расслабляться. Янковский, готов? Жду сигнала. Окей, начали. Так, найти следы Пакстона. Так, сейчас я немного попробую. Ну ладно, я почти не вижу эту шкалу снизу, которая... Не, вот как тяжело, похоже, алкоголизм это наследственное, типа того. Да, тут, к сожалению, нет такого понятия, как мушка, поэтому здесь прицел, как в КС-ке, наверное, я не знаю. Кстати, скорее всего, это и движок этот от КС-ки, ну, Source, или Havoc, как они там называются. Вот какой, не, это, бронированный... Ну да, графон, конечно, на уровне Half-Life 2, что, в принципе, неудивительно. Игры в один год вышли. Так что, да, пошли. Есть у меня пушки получше? О, тени. Тени, это шикарно. Так, это у нас, значит, хоррор, да? Или как... Какой жанр у этой игры, посмотрите. Как ее определяют? Шутер, там, от первого лица. Все дела. Растворителя можно бухнуть. Что написано? Помоги нам сохранить комнату в чистоте, пожалуйста. Да, я смотрю, тут у вас эта табличка работает на все 100%. Прям как российское правительство. Это мне сцену из клиники напомнило, где Келса. Эй, парень, где тебя носило? Я тут сцену из клиники вспоминал, где Келса также дверь открывал. Встретиться с Янковски. Мышки. Куда идти? Тут закрытая комната. Блин, что-то темно, не вижу нихера. На самом деле... Усилитель немного увеличит максимальный запас здоровья. Хорошо. Запас здоровья — это клево. Жанр экшен, survival, horror, psychological horror. Окей, значит, это хоррор в основном. Раз уж у него слово хоррор в жанре прям... А на себя? Нет? Нет, на себя нельзя. Раз слово хоррор в жанре аж дважды указывается, то, наверное... Чтобы прыгнуть, нажмите space. Сообщение какое-то пришло. О! Скримеры. Эх, как я люблю скримеры. Братан, иди сюда. Зачем я здесь? Зачем вы вернули меня? О, это, похоже, не наш братюня. Я думал, это наш братюня-коп. Это какой-то «Зачем я здесь?». Чё ты дверью закрываешь перед носом? Вообще не культурно. И банкер роняет тут. Отличный звук. Так, Кругаля навернул. О, я помню эту штуку, это, короче, из воспоминаний. Это какой-то, у этого, у Сэма Фишера отобрали хрень, и она теперь шевелится, и... Может, это камера такая местная? А, нет, это я ее шевелю. Это физика местная. Круто. Так, ну, со второго раза всего попал по замку. Чё это такое? Тут я крысу задавил? Бедная мышка, где твой трупик, я тебя похороню. Это твои останки? О, фонарик. Круто. Транслит воин пришел на стрим. Клево. Транслит воинов у меня еще не было. Это что, бухлишка? Что написано? 40 градусов. Водяра. Мы за здоровый образ жизни. Погоди. А. Так. Окей. Идем. Это такой процесс готов? Сохранения в игре. Вперед. Найти и уничтожить Пакстона. То есть вот двух человек... Отправляют уничтожить какую-то крутую хрень, которая жрет людей. Один из которых на тренировке там клевые результаты показывал. Зато я родился в этом месте. Что-то у меня тяжело различать. Может, я не знаю, яркость повысить или типа того.
Смотри, у нас тут этот. Интересный человек. Так, ясно, я прошел по кругу. Отличный левел дизайн. Страшно. Очень страшно, ребята, очень страшно. Хоррор прям... Джин, быстрее сюда. Это ты, Джин? А, Джин, это тёлка, окей. Одни объедки. Да какой одни объекты? Смотри, объедки, смотри, еще сколько мяса можно содрать. Я подожду, Джин. Ты иди на разведку. Конечно. Провести разведку. О! Куда спрятался? Блин, эти ребята очень клёво играют в прятки. Но все равно по дворовым правилам... Сука. По дворовым правилам, если я его заметил и стукнул там что-то об что-то, то... И крикнул, раз, два, три, я тебя нашел, то значит все, он проиграл. Что-то напоминает мне этот Припять. Сталкера, то есть. Ненавижу, блин, сталкера, так что... Это плохо, что оно мне его напоминает. Физика. Ну, чувствуется влияние этого Source-движка. Оп! Оп! Бля, я так и знал, что сейчас из-за угла какое-нибудь дерьмо вылезет. Но оно мне вдарило очень медленно. Покойного звали Чарльз Хаббигер. Я его помню. Но моя ли это память? Или ее? Это не имеет значения. Он заслужил смерти. Они все заслужили смерти. Ну ладно, раз ты так говоришь, кто я такой, чтобы сомневаться в этом. Ответьте, прием. Что происходит? Я потерял сигнал от Фэттл. Котяра, это мама кошка. Надеюсь, вы свободны? У нас проблемы в порту. Что за проблемы? Мы видели солдат, которых вы ищете. Но нам приказано не вступать в бой, пока вы не оцените ситуацию. Ясно. Мы выслали за вами двух птичек. Встречайте. Ждем. Птички? Птички — это хорошо. А вот и наши две птички. Эх. А есть тут кнопка ускорения? Есть кнопка замедления. Кажись, я выкинул оружие. Хреновая идея. Учитывая, что у меня кроме него ничего нету. Что это за звук? Ветер? Ветер — это клево. Блин, ну ускорения тут так и нету. Ну, вернее, я всегда двигаюсь ускорением, насколько я понимаю. И можно замедляться. Ха, так быстро. На шаг. Нашел чего? Не-не-не, ничего интересного не было. Идите без меня. Да, имя вот этого чувака узнал, кстати. Не помню уже, но, наверное, не очень важное было. Не, это я не буду делать. Я плотно поужинал. Что у нас там? Это ребята из ФЭР. Они прикомандированы к нам на время операции и пойдут первыми. Их задача — выяснить природу угрозы, наше — прикрыть им спины. В бой не вступать. Запомните, нам противостоят необычные люди. Группа 1 заходит с юго-запада, группа 2 с севера. По окончании операции встречаемся и ждем дальнейших указаний. Так я поконил. Не понял. Наша задача — прикрывать им спину. Так я в Фире в итоге или нет? Так, скрылся от сотрудников Фира, сигнал пропал. На месте обнаружен труп неизвестного мужчины. В смысле, я знаю его имя. Со спутника Ганнибал-3 обнаружены значительные силы противника в районе южной водоочистной станции. Окей, задача. Военкоровские должны провести рекогносцировку совместно с отрядом Дельта. Блин, а не могли кого-нибудь поинтереснее название придумать? Отряд Дельта, Альфа там... Это настолько банально. Избегая столкновения с противником. То есть что, нельзя с противником сталкиваться? Окей, я буду просто стрелять в них без столкновений. Джин Сун Квон, научный эксперт ФИР, остается в Оберне и проводит исследование трупа. Вот у нее работа сахар, конечно. Чё-то игра так себе. Ну да.
Я уже могу полную оценку поставить вот по этим вот 10 минутам, что я в нее играю. Полностью оценить игру. Вот второй эпизод, это считай, пол игры пройдено уже. Можно оценивать. Че, могу башкой такой открутить? Делу время, потехи, час. Мама кошка говорит, птичка, высадка окончена. Это типа такой эффект, то что я стоял рядом с ним и слышал его реальный голос. Попробуй открыть ворота. Я отправил бы туда одного из своих, но боюсь, тут нужен специалист. Специалист по открыванию ворот. Блин, я надеюсь, тут посреди всяких важных... Стимуляторы позволяют дольше оставаться в режиме ускорения. Ну да, они же сказали про мои супер эти... Супер штуки, супер реакцию. Так, что-то я заблудился. Я немного в текстурах запутался. А чё? Да, тут тоже мушки нету. Окей. Хех. Хех. Блин, чё у них половина дверей в этом месте завалена? Чё это за кружка? Лучшему папе года? О, это журналы, как в «Мафии» собирать можно. «Мафия» — моя любимая игра, кстати. Наравне со «Сталкером». Фолкс Лонга. Это Тор снимался тут, походу. Я им открыл отлично. Ворота. Возвращайся. Ага, конечно, так мне и дали выпрыгнуть. Не протиснуться. А сохранение работает? Да, я прям как в Макси Пейне себя чувствую. Опять у меня трещит. Зови меня не птичка, зови меня зайчонок. О! Это в реальном времени вообще происходит? Мадам, вы так хороши сегодня. Выглядите на все 9 в свои 7. Это я прошлое так посмотрел, типа она с ними так сделала, да? Так, информации нет, обе группы не выходят на связь, признаки жизни бойцов эфир не регистрируются, спутниковая разведка невозможна. Да ладно, не регистрируется, ща починим. Ты, сотрудник ФИР, вставай. Нам это, идти надо. Black Sand. Pacific Rim. Блин, я не знаю, то ли это, то ли то. Мне что-то не нравится яркость в игре. Проверка видеопамяти. Это важно, чтобы... Четко видно, игра не оптимизирована. Это гамма? А, вообще-то она не меняется. А как мне определить вообще, насколько она хороша, если она не меняется? Что-то изменилось? Я ни хера не замечаю, если не это. Если не в реальном времени смотрю. Ну-ка, сейчас на максимум поставим, посмотрим. Что-то это кидаловом попахивает каким-то. Я не знаю, но тут так тускло все то, что... Ладно, поставим стандартно. Это точно гамма? Вроде гамма. Перезапуск ядра какой-то. Ну ладно. Теперь-то мне дадут пострелять? Секси Тян. Да, я хотел их откачать, этих. Они просто начали. Командир, гражданские уничтожены. Помогите. Вас понял, оставайтесь на месте до подхода противника. Эхомат, доложите обстановку. Переключка. Эх, на органы бы этого парня забрать. Чё, не открываются здесь ящики, как в Макси Пейне? Не надо лутать все подряд? Окей, это хорошо. Значит, оно все, что мне надо будет, видно... Норм, характеристика снайпер. Из очереди пришел, из угла застрелил. У нас тут снайпер. Я снайпер от бога, конечно. Мне звук просто нравится, когда он прикладом бьет.
Нехило тут кто-то Что? Из чего вы тут стреляли, бля, или что? Вы в микроволновку, что ли, засунули? Вилку металлическую. Что ее так растеребенило. О, так здесь можно перелазить все-таки. Че, когда там моя смена? Ой, какой почерк. Какой же тут почерк. Это важное досье? Как понять в этой игре, что важно, что нет? Ты открываешься? Нет, ты не Fallout 3. Ёб твою мать. Хочу себе такую пушку. Это гравипушка или чем он его так скинул? А это ты че, ты заряжаешь мне костюм, как в Half-Life, нет? Телефонную трубку повесить надо, а то счет потом придет. Пиздец, родители ругать будут. О, аптечка. Нажмите Z. А сколько у меня хп? 101. Немного мне сняли, я так смотрю, в той перестрелке. Ожесточенный. А че это дверь? Тут, как всегда, закрыта с другой стороны, нет? Блин, хер че разглядишь в этой. Че за дыра вообще? Ладно. Тут же еще и этот есть. Bullet time, slow-mo, все дела. Надо испробовать. Аптечка везде одинакова. Ой, вот еще одна. О, я знаю, я включу фонарик, и мне будет лучше видно. Это же отличная идея, когда я это... Че, они ломаются, что ли? Я просто недостаточно меткий, видать. Так, я тут был. Ну, раз уж есть сейф-лот, то типа будем сохраняться. Бля, игра тоже так считает. Игры есть... Ладно, не будем тогда так часто сохраняться у игры, раз уж чекпоинт есть. Какие они в спину быстро умирают. Где враг? Кого убить? Где враг? Какая... О, привет! А мне нравится здесь этот... Отряд перекличка. Отряд перекличка. Бля, попал в меня. У них чертовски требовательный этот. Чуть что, сразу отряд перекличка. А чё ты не берёшь-то патрон? Ага. У меня супер крутая реакция, замедление, там все дела, только вот... Они забыли уточнить, что во время замедления я тоже замедляюсь. Что эту способность примерно на уровень бесполезности ставит. Я его хоть убил. Трупик-то не видно. Чё у меня хп? О-о, аптечка. Чё-то я её пропустил. Мне нравится здесь этот. Чё произошло? Бля, ну и автомат. Ой, вас там двое. Чё за... Да ты чё? Да, меня не остановить. Сука, правда, от меня можно убежать, как оказалось. Сколько у меня там патронов? 22 осталось. Я только на стриме вижу это количество. Окей, больше, чем 22. Так, у него оставалось довольно мало хп. Там еще один был? Или это он и был? Тут вот, тут еще один в меня стрелял. Он ушел на перекличку, наверное, его там старший по званию звал. Так, три аптечки, это что у меня справа? Гранаты? Ого. Вам бы это... Проводку починить, что ли? А то тут такое ощущение, что сейчас терминатор из будущего придет голый и соберет мою одежду и мотоцикл. У меня нет мотоцикла, но... О, здесь есть хедшоты.
Только не всегда срабатывают почему-то. Я правильно понимаю, что в этой игре с патронами у меня проблемы будут? О, я вижу аптеку на стене висит. Они отходят, это хорошо. С патронами, я так понимаю, здесь проблемки будут. И это проблемки, потому что я их экономить нихера не умею. Аптечку пропустил. Играй по стриму. Что? А, нет. Это слишком неудобно. Во-первых, он на втором мониторе. О, гранаты. На что их кидать? Ждать здесь. О, аптека. Блин, сколько тут аптек. То есть они уже как бы учли о грехе первого Макса Пейна, но при этом еще как бы... Хедшот? Твою мать. Ого, это что за прикол? Блин, мне так неудобно стрелять с такой-то. Я тоже могу гранату. Что это такое? Крайне интересные гранаты у них тут. Должен я заметить. Но то, что у меня уже кончились патроны на автомат. О, ну-ка. 18. Не, мне казалось, что как в GTA, типа, берешь и оружие перезаряжается автоматически. Но это, видать, если на нем патроны кончились полностью. Так, а тут было какое-то помещение. Нет? Ну ладно. Пять минут назад про аптечку написал. Ну ничего страшного, это же хоррор. Тут аптечки не нужны. Натуре его, блин. Пистолет прям мега пробивной по отдаче. То есть он не мега пробивной по урону, но вот по отдаче, да. Эта комната похожа на комнату с аптечкой. Нет? Нет. Может быть, этот коридор... О, вот эта комната похожа на комнату с аптечкой, а также на комнату, в которую нельзя зайти. Так, окей, я понял. Я все понял, тихо, не нервничай. О, новая пушка. Это что такое? 45. Это что такое? Диплом о высшем образовании? Сейчас я его по назначению попробую использовать. Бля. Не получается. Во, сейчас. Подтерся. А это что? Дикшен Ари. Ну, я знаю только слово дик. Короче, это книга про члены. Больше ничего сказать не могу. Я здесь был. Там трупак какой-то. О, пистолет. О, что-то мигающее. Там сообщение на автоответчике. Одно новое сообщение. Очень интересно, сейчас алло, послушаем. Алло, чат из бухгалтерии. Что у вас там за шум такой ужасный? Или это не у вас? Что вообще происходит? Сообщений больше нет. Симулятор поиска аптечек. Ну... Макс Пейн первый, я бы скорее назвал симулятор поиска аптечек, потому что там это довольно жестко. Чё я делаю? А, я двигаю штуку, и она... Я должен на нее запрыгнуть? А отсюда запрыгнется? Так, сохранимся, а то мало ли. Так, ну новая пушка ничего так шмаляет. Патронов, правда, к ней нету. А у меня слева есть, кстати, патрон. О, ни хрена себе, я прям хитман. Сохранение, окей. О, аптечка. Хорошо, я собираю коллекцию. Интересно, их здесь будет максимум, как в хитмане, ну, как в этом. О, патроны. В этом, в том самом. У меня еще и армор есть. Макс Пейни там 8 же, по-моему, максимум было пейнкиллеров.
Сами вы извращенцы, я сделал то, что сделал на моем месте любой. Проверь верхний этаж. Есть, сэр. Проверь верхний этаж. А я был в этой комнате? Просто пока все комнаты выглядят так, как будто я в них был. Ищем. А ты глухой, да? А чё, двойные пистолеты не такие уж и плохие в этой игре. Я обычно не люблю двойные пушки брать, потому что у них нету мушки, нельзя прицеливаться и все такое. Так, ну... у кого-то бомбануло, но это был не я, потому что... Возможно, я просто с высокой пингой, не знаю. Ой, я его увидел. Это он же был? Так, где ваше оружие? Кстати, хп там не сняли. Видать, десяток я так и не соберу. Аптечек. Хотя, опять есть. Кто-то играет в доту? В смысле? Кто-то точно играет в доту. Там каждый день по миллиону человек играет в доту. Но я не среди их числа. Я потому что лолер. Лол лучше доты по всем. В режиме ускорения двигайтесь с определенной скоростью. Недоступно большинству ваших противников, чтобы... Короче, на контр. На контрол. Да мне не нравится этот режим ускорения. Он какой-то тупой. Вижу. Видишь? Берегись, граната! Да-да-да, прячься в укрытие. Без укрытия-то ты... Без укрытия от этой гранаты невозможно было бы просто увернуться. Настолько она была мастерски кинута. Так, ладно. Еще? Нет? Кончились, друже? Так же, как у меня патроны кончились. Тут где-то наверняка должна быть аптечка. Не просто ж так я это. Блин, что-то хоррора-то мало в этой игре. Я пришел отсюда, да? Ага, я, видать, мог бы и тут спокойно пройти, выйти, зайти. А, в той комнате со взрывом кто-то играл в доту, пока его не бомбануло. Ну, это нормальная ситуация, стандартная. Хм. Ага, эта комната еще и оказывается комната, в которую мне нужно. А что тогда это за комната? Комната, в которую мне не нужно? А, это в комнату, в которую невозможно попасть, потому что я не умею перелазить через такие эти... Ну да, это бывает такое у спецназовцев, спецотделов. Периодически встречается. Им за это даже награды дают. За то, что они перепрыгивать не умеют метровые препятствия. О! Скримеры! О! Кто здесь? На тебя патрон надо тратить, нет? На. Чур, левая почка моя. Хорошо. Так, тут у нас что? Это похоже на комнату с аптечками, но аптечки здесь нет. Похоже на кидалово. Огнетушитель тут взрыв. Ну да, взрывается, в принципе. Да, я не люблю хорроры. Мне предложили частично хоррор. Все логично, да. Чувак, ты не поверишь. Короче. Кто здесь? Огнетушитель — опаснейшее оружие вообще... в мире. Как взрывается, прям так пол лица сносит. Не, второй раз я на тебя не поведусь. Только зачем эта комната?
даже нет аптечки. Когда меня отпустит? Отпусти, отпусти, ведь я ни в чем не виноват. О! ХПшечки. Это, кстати, ХП полностью восстанавливается, когда подбираешь эту дрянь. Так, дабы больше не испытывать этот приход, я, пожалуй, сохранюсь. О! Второй отряд Фир, похоже. Бесстрашные. Делаем искусственное дыхание. Рот в рот. Нет, по-моему, уже не получится. Так, а чё меня опять колба... А, я все это время в замедлении находился. Ну да, здесь замедление, просто его так хорошо видно, так четко все там расплывается перед глазами, пули летят, все дела. Замедление прям на уровне Макса Пейна второго. Кстати, второй Макс Пейн уже вышел к тому моменту. И выглядел, надо сказать, поприличнее. В плане, не знаю, физики, графики и тому подобного. Чё-то аптечки перестали это находиться. Может, потому что у меня их... 4. Как-то не очень логично. Не очень логично звучит. Не хочу прыгать. А вдруг я не смогу потом вернуться? Ну вот, я же говорил. Ой! 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 Девочка, тебе нельзя играть в доту, у тебя слишком бомбит. Играй в лол, там это, профессиональные игроки, все дела. Многомиллионный приз. Мне напомнил этот момент из этого фильма «Скотт Пилигрим против всех», где к нему девка приходит, а Скотт дома, и он в окно выпрыгивает. Вот примерно так же от этой девахи и наш герой выпрыгнул. Так, связь со спутником «Ганнибал» восстановлена, один из пропавших сотрудников «Фир» найден живым. Да? Кто это? Второй пока не найден, но его признаки жизни не регистрируются. Пакстон Феттл находится в зоне операции в штаб-квартиру Армахема направили на отряд Дельта. Задача ваша, задача найти и уничтожить Федерина. Ну да, там одному человеку, в принципе, там только что два отряда на атомы разнесли, то что от них один скелет остался, но это нормально. Научный эксперт сопровождения отряда Дельта продолжает поиски пропавшего сотрудника. Ну, раз научный эксперт продолжает, то я, в принципе, даже сомневаться-то не могу в правильности данного решения. Врача? Кажется, он не ранен. Хотя не понимаю, как он вообще выжил. Об этом потом. Мы засекли Пэттала. Ну я клёвый просто. Сигнала там, неподалёку. Надо накрыть его и побыстрее. Джин, ищи Янковский. По моим данным, он ещё жив. Но ты же не отправишь его одного. Это безумие. Он сам о себе позаботится. А теперь бегом! Как много у тебя родинок, слушай, будь на лице. Так. Это, короче, мода. Ты везунчик. Сам ты везунчик, я это... No luck, just skill. Это, короче... Я понял, в те времена, в 2004-х примерно, в ранних 2000-х, просто обязательным условием было в игру, вот в любой шутан, типа, сувать бабу какую-нибудь. Это Алекс в Half-Life, и там в Сине, там вообще куча баб была, сисястых даже. Здесь вот это вот чудо, там в Макси Пейне всякие моны сакс. Я думаю, тут за углом не будет врагов, потому что это было бы мега тупо, то, что они стоят за углом и типа отправляют меня, я один тут должен перестреливаться. Ух ты, доски эти. Хрен просышь. Где доска, где твоя бывшая? О! Кровавый понос. Чувствую, что у человека грипп. О, аптечка. Тень. Еще что это за большие круши для битья? Ну ладно, используем по назначению. О, а что это у них за значок? Блин, не разглядел, какой-то красненький значок. О, вот в такой херне, короче, в фильме этого. Не помню, кого, короче, в первом Бэтмене, где Джокера Джек Николсон играл. Вот в такую же херню он и спрыгнул. Да. Только она была наполнена чем-то. А. Ну, тут лестницей, по крайней мере, пользоваться можно с этим.
автоматом. Не люблю, когда на лестницу надо как-то мышкой наводить, потому что я всегда с них падаю, когда вниз спускаюсь. Типа подняться-то легко, а вот спуститься... Жопа. Да, пока Silent Hill, это что-то такое? И чё? О, автоответчик. Автоответчик — это круто. Одно новое сообщение. Майк, что у вас там происходит? Какая-то авария? Почему никто не отвечает? Перезвони мне. Сообщений больше нет. Не, ну, это очень важное было сообщение. То, что что-то у них там происходит, какая-то авария. Я прям без него, прям сюжет игры бы не понял. Так, ну поскольку это хоррор, в один такой прекрасный момент после спуска с лестницы на меня посмотрит какая-нибудь елда, и я обосрусь, да? Вот, например, сейчас! Нет. Сейчас слишком рано. Слишком рано для таких отчаянных мер. Да, пока, Silent Hill. Темный длинный коридор. Что же может пойти не так? Мышки, бежите оттуда. Там что, корабль тонет или что? О, девочка. Как дела? Блин, а девочки какие-то ошметки только остались. На свиную кожу похожие. Ой-ой-ой, иди сюда. Я тебя приласкаю. Меня это, Майклом Джексоном кличут. Ой, а что это у героя сердечко так бьется? Прям тук-тук-тук-тук. Не все двери здесь открываются, окей. Кто-то о стекло порезался. Пока все тихо. Вас понял. Будьте бдительны. Господи, какие же пистолеты крутые на самом деле. У них такая пробивная мощь, что с двух, а то и с одного выстрела убивают. Ну это я в голову, наверное. И их вообще это, отдачи у них нету, в отличие от этих пушек. О, 35. Это, то есть, правильно, да? То есть, у меня 100 брони максимум. Я надеваю... Один их комплект получаю 35, потом второй еще комплект еще 35. И, короче, много раз по 35 и... И много комплектов на мне надето. Очень удобно, что сказать. Оп, оп, оп. У меня, правда, башка немного не работает, когда я это вот... Мне как-то сложно ориентироваться в пространстве, когда у меня камера так... Когда камера так повернута. Чья это там пушка слева лежит, я не понял. Закрыто. Чуть не вижу нихера. О, тут путь наверх. Так, ладно, вдруг это сюжетный путь наверх, а мне на самом деле надо сходить сначала в другую сторону. Или это тупичок. Тут тоже закрыто. Но тут я замок прострелить не смогу, скорее всего. Ну ладно. В огнетушитель надо было выстрелить. Да, надо было. Но я слишком забыл то, что огнетушители здесь убийственные, как... Как, я не знаю, красные бочки в играх. Тут есть красные бочки в этой игре? По-любому должны быть. В каждой игре, уважающей себя, есть красные бочки. А что так много пыли, блин? Там как бы протирали изредка, я не знаю. Давно аптеки не это, не поднимал. Ясно, ящики здесь супер непробиваемые. Смотри, оба, эхо 13 все еще не отвечает. Ой-ой-ой, что это там? А, это люди. Противник! Выкури его! Ха-ха-ха!
Ну, огнетушитель их... Это... Как это называется-то? Деморализовал? Дезориентировал его. Это определенно в какой-то мере сработало, но никого не убил, к сожалению. Хотя они довольно близко, вот этот вот в основном стоял. Ох ты, какой он. Прыжочек, как, знаете, прыгают такие. Йоу! Йоу! Ножки подхватил. Йоу! Такой радостный. Жизнь хороша, все дела. Я аптеку пропустил? Что вы кричите? Вроде ничего не пропустил. Блин, мне не нравится, что здесь через такие окна пролазить. Может, тут стекло невидимое какое-то? Давай, перелазь. Ты же умеешь. Не будь так... На, в шопу тебя. Короче, я за какого-то, похоже, этого одноногого калеку играю, который не в состоянии перекинуть одну ногу. Так, вопрос, что есть... А, там есть выход, да? Че у меня там по патронам? 36, 87, окей. Оу, физика. А мышка шариковая? Это важно. Тихо, тихо. Не, похоже... Ну, нет, похоже, лазерная все-таки. Ну, вернее, оптическая. Лазерная — это немного другое. ВОЗ! Сколько время? Час 15. Ну, почти 4:25. Но будем считать, что это... Нет, московский на 3... На 4 часа от меня, от этого вот... О, оружием снабжают. Наверняка впереди нет ничего опасного и никакой, никакой перестрелки нас не ждет. Я уверен в этом на 146%. Первая помощь. Че, он один, что ли, там? Ой, нет, не один. Их там минимум трое. Боже, да чего же тут крутые пистолеты, на самом деле? Мне нравится... Ой, еще. Еще аптека. Мне нравится. Намного больше, чем пушки. Должен заметить. Не будет инфосотка. Я забыл уже, что я спрашивал. Так что окей, будем считать, что не будет. Хоть я и не помню, о чем вы говорите вообще. А, про перестрелку, наверное. Ну так не было, как я и сказал. Никакой перестрелки не было, в меня же не стреляли даже ни разу. У меня уже 388 патронов на автомат. Но кому он в жопу нужен, когда тут такие крутые пистолеты? Я чувствую себя, словно в этом в фильме Джона Ву. Он там любил тоже из пистолетов жахать. Мне всегда нравилось, сука, элитный спецотряд. Там мега крутые чуваки. У фонарика заряда хватает на 20 секунд. Господи. Ой, сохранение. Пока самое страшное, что в этой игре есть, это, короче, внезапные автосохранения, которые я не нажимал. И они типа... Они типа есть. Ага, ясно. Очередная дверь. О, это компьютер, как в этом. Как в Modern Warfare. Интересно. Я нашел протокол анализа сточных вод, проведенного по заказу Армахема. Состав воды, мягко говоря, необычен. И ребята из Армахема не стали бы интересоваться этим, если бы не были замешаны. Окей, состав воды — это важно. По-прежнему час 15. Возможно, мы находимся в какой-то параллельном измерении, где время остановилось и все такое. Это бы объяснило многое, на самом деле. Возможно, на этой планете один час идет 300 лет или типа того. И здесь мы продолжим разработку Half-Life 3, как это любят шутить шутники. Всякие. Half-Life 3 не выйдет никогда. Хех. Ух уж эти ящики. Так, ну тут явно тоже не будет никаких... Отряд рассыпаться.
Отряд рассыпаться? Ни хрена себе, вы видали, какую он анимацию клевую сделал? Ой, ты еще и выжил. Отряд рассыпал. О, действительно рассыпались. Хе-хе-хе. Окей, это было смешно. Они, видать, думали, что эта пушка, типа, самое крутое оружие в игре или что? Ну, конкретно до этого момента, потому что на нее патронов, я так смотрю, меньше всего. Вот на эту больше всего. И даже на пистолет не так часто встречаются. О, я могу. Лёль, 10 максимум, да? Окей, будем иметь в виду. Твою мать, меня звуки в этой игре на самом деле немного настораживают. Не сказать, что пугают, но я на что-то постоянно окликаюсь. Просто часы остановились. Да, все часы в здании остановились. Это что, для стелса проход? Нет? Нет, похоже, что оно не ломается. Все часы во всех зданиях в этой игре остановились. Да, это намного логичнее, чем теория параллельной вселенной. Или теория другой планеты. Теория черной дыры. Сингулярность, все дела. Да, просто все часы одновременно остановились. Из-за магнитного импульса, возможно. Я случайно не пришел отсюда, это как-то знакомое место. Тут, правда, вся игра знакомым местом выглядит. Не, я здесь не был. Так, вода убивает нашего героя? Типа 2004, все дела. Мало ли, кто знает, вдруг вода смертельна. Ну, судя по всему, нет. Ой, девочка, привет. Пошли, поздороваемся. У тебя мать случайно нет? Не мать-одиночка. О, аптечка. Я не могу выпить своей аптечки. 115%, но это не проценты, наверное, тут же не написано, что это проценты, это просто 115 хп. Интересно, зачем она тут пряталась, а потом такая прошла медленно? А, она не тут вообще пряталась, это меня уже штырит просто. Ой, все так темнеет. Сейчас наверняка ничего не вылезет мне в этот. Так, очередная лестница, с которой мы поворачиваемся спиной. Оп! Не, никого еще. Еще не созрели разработчики, да. Этого типа пугания. Так что... Ну ничего, скоро, скоро. Скримеры, резкие звуки в ушах. Это уже типа они... Это они уже готовы к этому. А вот... Че, прыжок в воду? Ну ладно. Джеронимо! О, прикольно. Нормально, нормально. Кто там у нас? Добрый доктор Айболит? Всплывающий скелет. Обнаружен и ликвидирован второй отряд клонов. Это я, что ли, все это делаю? Кто... Ситуация. Чья это ситуация? Отряд Дельта готовится к штурму штаб-квартиры Армахема. Численность противника не установлена. Опять отряд Дельта? Я думал, отряд Дельта уже сдох где-нибудь. Опознан труп, найденный в Оберне. Это Чарльз Хабигер, ученый из... Так я и так мог сказать. Задача. Основное задание... Прежнее уничтожит Феттелла. Дополнительное задание — выяснить цели и задачи противника в этом районе. Чё, компьютеры потыкать их или чё? Джин, нашла инков? Нет. Опознание на месте невозможно. Это не он точно. Инковский жив, в этом я уверен, хотя сигналы датчиков выглядят необычно. И он где-то близко. Продолжаю поиск. Тихо. Звуки. В этой игре все издает звуки. Аптечки, например. Блин. Оп. Есть тут кто? Проверка. Проверка. Хорошо, значит есть. Происшествия нет. Чего? Ну-ка, как тут рукопашка работает? Ну, неплохо, да. А тебе, сука. Плейбой очередной. Или что это за журнал? Лонгшормен.
Дич дайджест. Окей. Стул. Блин, я всегда тоже застреваю в стульях. А на пятый раз появится страшная девочка из этого монитора? А может вот из этого? Нет, что-то страшное. Календарь с гаечным ключом. Ну, у кого-то явно не очень здоровая фантазия. То есть, я бы понял голые женщины. Я бы понял голые мужчины, но типа... Уж женщинам же тоже надо пользоваться календарями. Но... Гаечный ключ? Серьезно? О, привет. Ты меня зовешь сюда, да? О, сохранение точки. Значит, я вернусь назад, потому что там что-то было. Так. Подпустите его поближе. Ждите моего сигнала. Ну вы прям хитрецы, прям вообще. Противник! Ой-ой-ой. Экран. Нихрена себе, что это было? Отряд в укрытие. Чё взорвалось-то так? Дайте. Я думал, может это трипл-клик на мышке может быть как-то облегчит мне жизнь, но нет, пока не сильно облегчает. Так, ладно, так и быть, тут я достану вот эту пушку. Может быть она на дальней дистанции лучше работает. Не, ни хрена подобного. А это вообще пукалка не дамажит. Я думаю, если бы я подошел и обоссал его, то он и то умер бы быстрее. Это смешно, потому что у меня спит, он заразился бы, болел он года три, а потом бы умер. Ну, или типа того. Хех. Не сказал бы, что тут прям нещадно это. Ну, давай, читай. Одно новое сообщение. Эй, приятель, что там у вас стряслось? Ты в порядке? Если чего, скажи. Не забыл, мы вроде как на пятницу договорились. Отзвонись, как сможешь. Сообщений больше нет. Короче, этот чувак, который всем называет, он, по-моему, самый тупой человек в мире. Он уже трем людям позвонил, никто ему не отвечает. И он при этом до сих пор пытается что-то там с кем-то делать. Ничего не вызывает ни помощь, ни хрена. Типа, блин, сколько тебе надо-то людей, чтобы это тебе не ответили, чтобы ты понял, что что-то не так. Придурок ты эдакий. О, выход! Все, игра окончена. Нет, судя по всему... Судя по всему, туда нам надо, но... Не так сразу. Хорошо. Так. Не так хорошо, ну ладно, патронов возьмем. По максимуму. Лайфхак, делаешь себе 95 хп, потом используешь аптеку, в итоге 195 хп. Что? Во-первых, это не лайфхак, это геймбаг. О! Блин, не очень удачно. Ну, большое расстояние все-таки. И как это вообще работает? Типа, у меня же это, аптека. Блин, реально патроны на пистолет кончаются. Похоже, они все-таки прознали то, что пистолет у них довольно-таки крутое оружие. Ёб твою мать, а чё ж вас так много-то? Ебанусь. Меня еще скользит так. Персонаж еще так скользит, когда с лестницы спускается.
Найс хедшоты, кстати, здесь. Ну, вернее, их отсутствие. Ну, окей. На пистолет мне дай патронов, вы же должны там, как в Call of Duty говорится, запомни, сменить оружие быстрее, чем, собственно, пытаться перезарядить его. Вернее, сменить оружие на пистолет конкретно. Не, на пистолет у них вообще нет патронов, что странно. Аптека дает, во-первых, аптека дает плюс 50, во-вторых, аптека не восстанавливает больше максимального запаса здоровья. Вот смотри, 108, 115. Че, типа, если 95 будет, то она, это, внезапно изменит правила игры. Так что, как-то это стрёмно. И она 50 восстанавливает, во всяком случае, на этом уровне сложности. Прикольно, я не вижу выстрелы свои, но да ладно. Гранату кинули. Ну да, так бывает, когда вы нападаете на вооруженного человека. Блин, я, короче, из угла, когда стреляю, не вижу, как пули мои летят. Это не очень... мерзкий. Вон, 63, 113. То есть, полтинник восстановил. Так неинтересно. Ты не играл в Fear? Окей. Ну да, почему бы не советовать тогда игровые эти. Советы по игровой механике, когда ты не играл в Fear. Ой-ой-ой, дробовик. Нет, дробовики я не люблю. В шопу дробовики. Так, сюда я пришел. Вот если бы я с пистолетами с ними разбирался. Но у меня по-прежнему нет патронов на пистолеты. Там увеличалка энергии лежит. Я не могу понять, куда мне идти. Туда, наверное. А как туда подняться? А ничего, блин. Как Иисус, что ли, взмывали вверх и поднимались на эту хрень, я ее по кругу обошел, и она вот... Вон дверь, допустим. Допустим, вон дверь. Че, обязательно по ней надо это делать? Ну и отстой. Два пистолета лучше, чем остальное оружие. Это уже не Fear, Hitman какой-то, ну... Да. Ну, да, в Хитмане тоже два пистолета. Во всяком случае, в тех версиях, в которые я играл. Должна быть лестница. Ну, чисто логически, как бы да, но чисто практически, вот она. По данным полиции, сегодняшний взрыв на портовом складе является следствием производственного инцидента. О пострадавших сведений не поступало, однако на месте происшествия все еще работают спасатели. А, так это еще и не... Короче, не знаю, что я сделал. Мне вообще казалось, что вот в эти штуки зайти можно, это какие-то, я не знаю, трансформаторы или типа того. И что я сделал-то? Водой заполнил то, что снизу, нет? Так, вот эти вот синие трубы... Я что-то пустил по ним. А они вот. Сейчас идем вдоль синих труб. И вода вот здесь, я так понимаю, появилась, да? Чтобы я мог распрыгаться здесь по этим штуковинам, хреновинам. По хреновым штуковинам. Ну давайте попробуем. Отлично, люблю, когда бочки выдерживают вес килограмм 80. Отлично, это еще и туда, куда надо было идти, значит. Значит, вот этот путь мне больше интересен. Броник.
Ну-ка, спустится он под воду на лестнице. Чё у нас тут? Ничего интересного. Блин, я спалился. Своими гранатами, знаешь, раскидываются тут. Кто там еще меня видит? Зрячие вы мои. Я бы вам ваши зенки-то повыколупывал. Вопрос лишь в том, куда идти. Налево или направо? Вечный вопрос этих игр. Времен двух каких-то там. Ных. Двухных. Чё, что? В чём? А. Я просто хотел узнать, в чем, собственно, смысл этой комнаты был, которая комната тупик. О, мины. И чё? На пятерочку мины ставить можно? Или это не пятерочка? Что-то очень странное. Там вроде кнопка 5 была написана напротив мин, но что-то я не сообразил. Ой, прям перед врагом сохранился. Что тут, бля, взрывается? Я что, в фильм Майкла Бэя, что ли, попал? Ни хрена себе ты дробовиком хотел, блин, вытянул руку и одной рукой хотел дробовик держать и стрелять. Ты прям Рэмбо, я хрен его знает. Бери уж сразу машинган, чё ты. Скажи своему. Хорошо. Тут у нас ничего нет. А когда приходы начнутся? В этом плане, конечно, самая прикольная игра из тех, что я играл, была этот Dead Space 2. Второй Dead Space я тоже не могу назвать прям... Ну ты мразь. Прям хоррором таким страшным. Но там, по крайней мере, у персонажа постоянно какие-то приходы были. Веселые. О, на пистолет патроны подобрал. Клево. 109. Все равно мало. Хоть знаешь, что произойдет, если попадешь в трансформатор такого размера? Ну, девочка очень страшная. Ну, она еще это вырастет, будет посимпатичней. Внезапно кончились гранаты. Посмотрим, как работает. Блять. Ну я им раскидываю мины. Противник! Эки ты хитрюга. Я все лишь хочу посмотреть, как эти мины работают. Бля. Так. Ну. Немного красиво, но эффекта довольно-таки.
Довольно-таки мало. Слышь ты, чмо, знаешь, сколько с тебя патронов, короче, клёвых всяких? Чё у него за пушка? Гвоздомёт какой-то. Клёво. Патронов к нему я, правда, не найду, скорее всего, так что нахер его. Блин, все аптеки просрал. Ну, все три. Что? Откуда они? Чё? А, это они так дверь выбили. Я думаю, чё за хрень? Чё вообще? Что не так с этим местом? Как будто линза с этого на... С диффужена. Вы не подошли сначала? Чёрт, похоже, эти гады ходят. Во всяком случае, со спутника выглядит именно так. Чё? Я и прослушал, что он говорил. Чатик читал. Ну ладно. Так, ну тут явно вниз можно не просто так пройти. Да, здесь усилятор лежит. Ну пусти к усилятору. Ну пусти к усилятору. Я же вижу его. Блин. Усилятор чего, правда, не совсем понятно. Синенький. Зеленый ХП, наверное, а синенький это вот эта шкала, да? А, нет, ХП. Я думал, зеленый ХП. А зеленый значит шкала. О, бронь. О, аптека. Че-то я тут, блин, слепой какой-то немного. Ну, ладно. Ну, блин, пошли враги, короче, которые что-то... Что-то разносит меня. Прям в хламину. Я, кстати, забыл то, что я на этом... На ютубчике так и не сменил стотки... Превьюху, так что надо закинуть... Сейчас картиночку Фира. Оп. Быстрое сохранение. У тебя там газ, чувак, какой-то. О, я гранату в воздухе взорвал. Клёво же. Теперь надо ждать, пока рассеется этот дым. Ну давай. Не, ну что-то по итогу взорвалось. Намного позже, чем надо, но... Но все-таки взорвалось. И как мне теперь тут проходить? Сука. ПЦ. Это, блин, несправедливость. И что, я поднял уровень воды? А для чего? Чтобы можно было вот сюда зайти? А тут очевидно что-то клевое. Например, аптечка. Например, дробовик. Например, растворитель. Фу. Даже отодвинуть нельзя? Нет, судя по всему. Так, а там справа еще что-то было. Сохранение контрольной точки, например. Ну, проход-то, наверное, там. А вот здесь наверх путь, окей. Ну да, теперь у меня 120 макс ХП. Ну это усиление типа как в... Даже не знаю, в Принце Персии. Где еще есть увеличение ХП в играх? О! Где Альма? Девочку зовут Альма. Я не знаю, о чем ты говоришь. Некоторые тайны могут быть зарыты глубоко. Но я знаю, где копать. Николас, не волнуйся, ты еще снимешься в каком-нибудь хорошем фильме. Мистер Моди, время слов закончилось. Типа в... Медвежьем человеке. Или как это дерьмо называется. И в итоге-то мне надо было в другую сторону идти. Ну что за игра, блин, вечные развилки. А там что-нибудь интересное поди лежит.
Эх, твою мать. Несправедливость. И тут дверь, и там проход, и тут проход, господи! Ладно, тут хоть аптечка есть, дробовик бесполезный. А. Как зовут героя? А, ну, что-то типа парень, который любит дезерт-тыглы. Не-не-не, не надо подбирать дерьмо и выкидывать. Хотя... Ладно, 75 патронов, а вот то есть 140. Посмотрим, сколько эти 75 патронов продержится у меня. Она должна быть мега меткой. Вы просто посмотрите, как сходится этот курсор. Вы просто посмотрите, он практически... Практически сошелся, правда, так. Нет, смотрите-ка. Не у всего оружия. Это прям меткое, мега меткое оружие. Отлично, я поломал себе что-то или нет. Ну, это, я не знаю, из Дума спёртая идея, или в Думе спёртая отсюда идея. Я пришел отсюда, окей, я понял. Я уже... Да, все хорошо. Я отсюда пришел. Ну, это не Call of Duty. В Call of Duty я за 4 части, по-моему, ни разу не... Задался вопросом, а куда, собственно, нахрен мне идти? А тут что-то, да. Ну, в основном, потому что я в Call of Duty это проходил до этого. А, собственно, куда нахрен я пришел? Да, вот сюда мне надо. Тут же катсценка была, значит, это явно важное очень сюжетное место. Тут дверь закрытая. Так, ну все, теперь я точно в истерике. Эх, с такими играми и клаустрофобией-то развиться на самом деле недолго. Так, и все же. Выходит все-таки, что вот сюда мне надо? Я вроде как пришел отсюда. Налево или направо? Вот в чем вопрос. Направо я вроде ходил, а слева я вроде пришел. Твою мать, началось. Началось. Запомните. Я потерялся. Заблудился. Да, чатик уже может давать бесполезные советы, куда идти. Собственно, нечто подобное в Dragon Age Inquisition меня на локации задержало часа на два, по-моему. Ну, или не на два, окей, минут на 40. Но там-то я тупил, а здесь, типа, я... Туплю, ну как бы, блин, ну я вот иду, вы же сами видите, я по всем проходам прошел, тут, короче, это, завалена дверь. Окей, все, это стандарт, ребят, это 2004, или какой там 2004, хрень какая, ты че, я на тебя патроны трачу, эти хорошие, которые редкие, я еще из этой пушки даже не стрелял ни разу. Манда появилась тут, блин, лохматая. Ой. Так, по всей видимости, клоны покидают Южную водоочистительную станцию. Пакстон Феттл по-прежнему на свободе. Разведгруппа отряда Дельта вошла в здание штаб-квартиры Армахема. Задачи, основные задания прежнего уничтожить Феттла. Я так понимаю, во-первых, я не выполнил побочные задания в прошлый раз, задачи. Во-вторых, я так понимаю, я это... Потом нас перенесут либо в каком-нибудь DLC, либо еще где-нибудь вот в это вот, где мы будем за отряд Дельта в Армахема играть. Но мы же должны все-таки узнать, что это.
что там происходит в этом Армахема, как иначе-то. Окей. Так, ну что, разрабы, вы готовы? Ой. Хе. Не, они не так, типа, поступили, как я ожидал. Блять, мразь. Он заслужил смерти. Окей. Если они ты так говоришь... Все заслужили смерти. Не, ну если они вот так вот делали, появлялись перед мордой, то, в принципе, да, согласен с тобой. Я бы их еще и изнасиловал после расчленения. Но ты их просто съел, больный ублюдок. Сегодня вечером в порту, возможно, не был следствием несчастного случая. Нам стало известно, что на месте события были обнаружены следы вооруженного столкновения. Сотрудники полиции отказываются давать комментарии. Лол, у них там камера. Видали, как я пропрыгал? Прям стелс-мастер, как в Metal Gear. Солид. Там телефон звонит кому-то. О, кровище. Это сверху, что ли, капает? А можно посмотреть? Хе, дерьмо какое. Вам бы эту вентиляцию почистить. О, время по-прежнему 15 минут второго. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Ян Хайвс. Привет, Билл, это Ян Хайвс. Слушай, я только что получил твое письмо. Я мог бы поделиться кое-какими подробностями по этому делу, но, к сожалению, все они засекречены. Да и не так уж много я знаю. Может быть, позже я смогу подбросить тебе пару фактов. Хорошо? Сообщений больше нет. Эх, сохрани. Оставить эту комнату. Вернее, да, ну да. Помоги оставить эту комнату чистой, но... Чистота, залог здоровья, все дела. А куда идти, так и непонятно. Здесь вроде проход был, да? Ой, какая... Какая музыка заиграла. Вернее, это не музыка, это звук каких-то труб. Вот же ж дерьмо. О, кровище. А ведь я там еще даже не был. Кто тут? Лампа барахлит. В воде что-то есть? Увеличение ХП? О, в натуре. Ну или не ХП, а увеличение чего-то. Рядом с трупом. Раньше, наверное, это принадлежало ему. Да, кот, такие дела. Искать девочку. Ну, я брат, но что-то девочка не это. Девочка сама нас находит, когда ей это хочется. В воде что-то есть. А ничего, мне нравится, что подсказывают. Правда, там воды не было, типа, но я подумал, что это место, в котором должна быть вода. Чисто по идее, чисто теоретически. Ой, длинный коридор со светящимися светихами. Наверняка ничего страшного не произойдет. Пошли. О. Ну давай, тушься. О, можно разглядеть морду нашего главного этого героя. Ой, тут что-то горит все. Кто-то голыми ногами наступил. На потолок, судя по всему, и потом пошел. Дерьмо какое.
Чё произошло? Блин, надо взять, короче, оружие, которое не так жалко тратить. Это что-то я уже столько, блин, патронов ни по одному противнику еще не выстрелил из этой пушки, а патронов потратил. У-у-у-у. Да. Совсем непредсказуемо. Чё это у вас тут? Опять что-то темное, длинное, кишкообразное. О, там человек. Привет. Он все спрашивает у кого-то, где она. Привет, чувак. Как дела? Альма! Нет. Если Феттл найдет ее, источник. О чем это? Что за Альма? Что за источник? Выкладывай. Феттл где-то близко. Давай, рассказывай все. Че остановился-то? Ну ты и пидор. Ответьте! Где выход-то? Огонь на поражение! А до этого вы типа не на поражение огонь вели. Он положил весь отряд, прикольно. А мне нравится, как они извиваются, когда в них пули попадают. О, я нашел выход. Они его мне, собственно, и открыли. Противник! Так, ладно, попробуем пострелять из вот этой штуки. Мне показалось, что он под ноги мне кинул. О! Это как в этом. Ну, собственно, в Half-Life. Хе. Гвоздометик такой. Пришпиливает людей. Тут прям Рэмбо. А ты по яйцам получил. Прикольные ребята. Ой, тут у нас очередной газ. Не хотелось бы его взрывать. Я говорю, газ взрывать не хочется, а ты мне тут устраиваешь истерики. Не взрывай газ. Я его еще не это. Так. ХП мне тут потратили. Суки. На пистолет немного патронов набил. Ну да ладно. Собираюсь до скольки стримить? Ну, не знаю. Сложный вопрос. Да скоро закончу, наверное. Стрим так-то уже 5 часов идет. Да и время позднее. Я просто начал сегодня намного позже, чем рассчитывал. Я хотел там чуть ли не днем начать, а в итоге дела так пришли, что... О, привет. Катись сюда. Катись, давай. Оп, оп. Если бы я сейчас снимал, выложил бы это на YouTube, то набрал бы 1 000 000 просмотров. Ведь это же смешно, когда кто-то головой падает вниз. Хотя, постойте, я ведь выложу это на YouTube. Правильно? Правильно. Отправлю потом в какую-нибудь передачу, типа 100-500 или здесь хорошо. Блин. Сука, меня вечно, блин, раздражает то, что я не знаю, куда идти, и я в итоге иду, а идти надо. А идти надо в итоге в другую сторону. А, я же не гвоздометом сейчас стреляю.
Я думаю, чё не ваншотится, ребятки. Со всеми разобрался? О, у них патроны, кстати, на эту хрень. Прикольно. Так, это та же Вижу цель! Цель тоже видит тебя. Эх, ты бронированный говноед. Чем же вас снабжают-то таким? А где он? Это ты? Вообще интересное, конечно, обмундирование. Ой-ой-ой. Блин, а трупы-то пропадают. Как-то не... неправильно. Тогда без кофе. Ну, ну, часик. Можешь, в принципе, сходить за кофе. Я думаю, еще, может, часик посижу. Пока игра нормально заходит. То есть, как шутан, она более-менее интересная. Ну, как шутан, она неплохая. То есть, понятно, что... немного тут эти... несовременная она совсем. Но такое. Может, все-таки неплохая будет. А так, как хоррор, ну... я ее не для того, чтобы... как в хоррор в нее играть. Ух ты, камнохед какой. Вот так вот и будешь теперь, сука. Выпрыгивает он сразу, стреляет. Вот где мне теперь аптечку брать, еще одну? Там за спиной вроде была. Хех. А че они все, летчики-испытатели, что ли? Че у них у всех такие эти странные? Ой. Я думал, то, что аптечка поближе. Может, я ее взял вообще? Не, вон она на стене висит. Я за ней возвращался, типа... ну, это ж клево, когда у тебя все 10 аптек в этом... в инвентаре. Да, у меня так мало аптечек, я просто обязан был вернуться за ней. Говноед. Отлично, я пришел в очередной тупик. Может, можно распрыгаться здесь? Оп! Нет, не вышло. О, может, не тупик. Че, кто здесь вылезет сейчас у меня перед глазами? Оу. Давайте до 4-го эпизода доиграем, типа это 3-й, все уходят. Обострение. Так, солдаты-клоны продолжают организованно наступать с южной водоочистной... я думаю, что мне так сложно это слово читать? Водоочистной станции. Я могу прочитать слово водоочистительной, там, какой-нибудь еще станции, но водоочистной... как-то это странно. Водоочистная станция. После обнаружения второй жертвы Феттела был ликвидирован отряд, прикрывающий отступление. Преследование противника продолжается. Основное задание — уничтожить Феттела. Я понял, да. Основное задание. Котяра, это мама кошка. Я знаю, вас тут здорово досталось. Вы бы очень пригодились нам в Армахеве. Пропала связь с разведгруппой. Начальство требует выслать еще один отряд. Я не хочу гробить своих ребят на чем зря. Слушай, у меня приказ убить Феттела. Как только он будет мертв, телепатическая связь прервется, и все его солдаты отключатся. Было бы здорово. Так вот, Феттел сейчас отступает. И сдается мне именно в Армахев. Если у тебя найдется свободный борт, мы сможем убить двух зайцев сразу. Найдется.
Ломайся. Нет, ты не для этого. Для чего здесь тогда эта херотень? Ради аптеки. Бля, ну и звук, как будто кто-то, блин, смывает в туалете большую порцию каках. Показалось. Ну да ладно. Так, мне вроде сюда надо. Ставит мины там. Окей. Я типа должен запомнить этот момент. Сколько у меня патронов? 79, ну в принципе хватит. Я бесслышен, как гепард. Я охочусь на своих жертвы. Ладно, надоело, слишком медленно я так передвигаюсь. Пошли побыстрее, пойдем. Ой, сохранение. Гепард. Гепард. Бля, ни к чему хорошему это, к сожалению, не привело. Ну ладно, пошли в обход. Это не обход. Это патроны на пистолет. 200. То есть максимум. Окей, значит, берем пистолет, раз уж они... Раз уж у меня максимум патронов на пистолет. Очевидно, что я должен использовать это оружие, правильно? Только что пропал сигнал Янковский. Может, его дальше послушаем? Может. Пожарные уже здесь. Как только они собьют огонь, мы сможем пройти. Окей, тогда не мешай им. И будь готова отправиться в Армакем по первому сигналу. Так точно. Вот же дерьмо. Я думал, что там глубоко, а оказалось, что там... Не поверите, не глубоко. Кто в меня бочками кидается? Вот же ж сука. Ну ладно. Чё тут? Чё было-то? Это девочка кинула бочку в меня? Раси меня тут изрешетили. Ясно, они. Откуда вы сюда шли-то? Вы спускались отсюда, сюда. Какой отстой. А тут есть замок? Что это очень странно. Ну, то есть я вижу тут замок. Не могу прострелить его отсюда. Тупичок. О, аптеки. Аптеки — это хорошо. Так, там я был. Значит, вниз лучше не это, не спускаться. А вот здесь, вот отсюда в меня бочками кидались. Хм. Крайне недружелюбное какое-то место. Обычно мины не взрываются, когда в них стреляешь. Ну да, именно из этой логики я и начал стрелять в них. Но я не думал то, что там при этом случится херобора такая. Эх, а мог бы не использовать аптечки, просто подойти, взять эту увеличилку ХП, и она тогда ХП увеличила бы, ну, полностью, типа, восстановила. Еще и увеличила заодно. Так, это не отменяет того факта, что я опять не знаю, куда мне идти, сука. Напугайте меня, что ли, хоть, а то чё я... Чё я не пугался-то уже так давно? Количество молотков, на самом деле, на этом
а на этой базе, по-моему, зашкаливает. Блин, есть карта тут? Значит. Стоять. Тут закрыто. Отсюда я пришел вроде, да? Ох уж это моя память. Да, отсюда я пришел. Тут в меня кидались бочками. Тут я такой шел. Пирожок не нашел, к сожалению. Пострелялся. Такой прошел сюда. Здесь такая штука. О, вот, лестница. Окей. Вентиль, который нельзя крутить. Тем лучше. Ага, я пришел как раз-таки в то место, где взорвал. Ага, выключить электричество. Оки-доки-локи. Окей, грузится. Помнишь о том протоколе анализа? Так вот, очаг загрязнения зафиксирован в районе Одерна. Сейчас это место практически заброшено. Думаю, что это непростое совпадение. Мерзкий ты, сука. Вот так вот. Ненавижу ноутбуки. Они ноги греют. Аптеку пропустил. Нет, аптека. Ладно, насрать. О, надо в замок стрелять, а не в перегородку. Только вот опять-таки не совсем понятно, куда я иду. И, по-моему, этим путем я как раз-таки аптеки и пропущу. Или... или нет. Еще плюс ХП. Интересно. О, новая пушечка. Бля, патронов на нее мало. Ну, ладно, как, когда будут... когда она начнет встречаться более-менее часто в игре, может, тогда я из нее и постреляю. О, гранатки. Ни хрена себе. Хотел бы я такой телевизор иметь. Такой звук, как будто я на мину наступил. Так, отсюда я пришел. Окей, это было очень интересное путешествие. Я... командир, пропала связь с поисковой группой. Вас понял, высылаю подкрепление. Оставайтесь на месте, доктор. Я проверю. Бля, он мертв, походу. Нихера себе! Прям под ноги гранату кинул мне. Не, ребят, ну вы это... ну совсем. Прикол-то, правда, в том, что у меня тоже есть гранаты, но... это какой-то детонатор. А, я понял, как гранаты менять, я понял. Тоже неплохо. Прогресс. Всего-то 2 часа в игру поиграл. Видали? Да, я думаю, то, что они после этого не выжили бы. Хотя этот и так доволен, судя по всему. Так, у них там аптеку я видел. Но у меня их по-прежнему не максимум. И все из-за гранаты под ноги. Граната под ноги, это, конечно, блин. Не обоссаться. Ну и вот опять. Мне вроде как надо туда. Контакт! Сексуальный контакт. Остальных я не приму.
Помощь-то помощью. Где все остальные? О, нашел. Сколько металлических шпал он может выдержать в голове перед тем, как потеряет сознание? Ответ 3. Возможно, потому что он клон, и у него вместо мозга что-то другое, какая-нибудь хрень в голове. Кто его знает? То есть еще больше мне патронов к этой штуке дают, но... Ну, блин, она такая... Я не знаю. Ну, такая странная. Прицел этот у нее оптический. Босс вертолет? Это что, все, на что ты способен, говна кусок? Хе? Да моя бабка бы больше урона мне нанесла. Она просто любит бить палкой внуков, так что... Это нормальное явление. А еще тут бочка была, которая наверняка не взорвется, если в нее выстрелит. Как Джон Ву. Ладно, не как Джон Ву, как косой мудак. Ну, ладно. Скажем так, если ты ни разу не проходил эту игру, то ты вряд ли знаешь, что там стоит эта бочка. А я ни разу не проходил эту игру. А еще тут бочек очень много. Ну, окей, это довольно яркое. Не понял, в чё я стреляю? Я вижу аптеку. И врага. Сколько у меня патронов там, блин, полтинник всего остался. Ладно. Будем пользоваться, значит, другим оружием. На эту пушку тоже не так много патронов, на самом деле. Потому что я вроде как их трачу. А, опять это говно. Вообще неуязвим, что ли, к этой херобори. Похоже, пистолет против него наиболее действенное средство. Ну да, главное, чтобы таких штук 5 не высыпали мне на экран за раз. И мы, в принципе, будем тогда хорошо друг к другу относиться, правильно, разработчики? Вы же не хотите, чтобы я к вам плохо относился? Вот не высыпайте на меня тогда больше 2 вот таких вот в игре. Вроде как снайперка. Ну, снайперки, я не знаю. Вы же видите, какие здесь пространства, типа, закрытые. Котяра, это 7-й. Такси прибыло. Площадка у вас есть? Котяра! Номер 1 нашел подходящий дворик. Одна проблема. Сейчас там вертолет противника. Будь осторожен. Котяра! Я хочу позывной котяра. Твою мать, котяра. Это же просто... Это круто, котяра. Быть котярой. Это же охренительно.
Но я думаю, я вместо этого гвоздомета возьму что-нибудь, потому что он вроде как неплох, но при этом... При этом хрен его знает, он какой-то такой... Не всегда объективно полезный, скажем так. Котяра. Отлично, как всегда, здесь не пройти в эту комнату просто так. Так, я так понимаю, это что? Как быстро они меня нашли. У нас потери! Пытался зашифтиться, чтобы гранату... Какие они звуки интересные издают. Вот почему он жив до сих пор? Ну окей, ну блин, отличная поза, но она не компенсирует, к сожалению, то количество. Видишь цель? А я нет. А, в очко, короче. Лучшее оружие в игре возьмем и не будем париться. Ну как не будем париться, у меня 9 патронов на него осталось. Я же не какой-нибудь котяра. Нет, не граната. Где враг? Кого убить? Тихо в лесу, только не спит ба... Сука. Осторожно, граната! Ой, я ему руку оторвал. Нет, не ему. Кому-то... Кому-то менее опасному я руку оторвал. Блин, не круто. Площадка чиста. Понял, выхожу на посадку. Следи за флагом. Наши, что ли? Хорошо, отправляйся в Армакет и найди Фэтл. Как много кровищи из руки. Чуть за музыка, то сейчас симфония Бетховена какого-то заиграет или че? Такая спокойная просто. Гвоздомет вроде хорош, только на близких дистанциях. Ну, да, ну че, а че мне на дальних-то дистанциях тогда делать? Оперативный сотрудник... А, эпизод 4, вторжение. Оперативный сотрудник ФИР направляется в штаб-квартиру Армахема в сопровождении бойцов отряда Дельта. Научный эксперт остается в резерве. То есть это я, оперативный сотрудник фирм, и я к ним отправляюсь в Армахену. Новых данных о происходящем не поступало. Задача штурмовая группа должна высадиться на крышу штаб-квартиры Армахена и предпринять попытку штурма. Предпринять попытку штурма, то есть, да, отлично, очень позитивный настрой. То есть, ну мы как бы попытаемся, но не факт, что сработает. Так, первоочередной задачей по-прежнему остается нейтрализовать Феттела. Вам поручается установить, что произошло с пропавшей группой отряда Дельта, а также выяснить природу угрозы. Оу, прям Modern Warfare. Мама-кошка, что с вашей разведгруппой? Мама-кошка, а я котяра. Противник. Около 17:00 захватил главные здания. Численностью установлено
их. Ну... Тишина! Сейчас мы приземлимся, я так полагаю, и... Эй, я жить хочу! Какой грубый шакал. Да, так бывает, когда в него стреляют. Говноед, я тебя даже не заметил. Ну, сука. Как нехорошо получилось. Ну ладно. Говноеды, откуда же вы беретесь? Мы же отсюда пришли. Где? А! Я пошел! Все в укрытие! Прикольно. Мины работают.